Привет, друзья! С вами Любомир Борода. Сегодня хочу рассказать вам об одной очень интересной штуке, которую я буквально 20 минут назад забрал с почтового отделения. Я не любитель такой прям большой распаковывать этот ножиком посылки прямо на камеру, поэтому я ее распаковал сам, уже посмотрел и с удовольствием хочу представить вам. Как вы видите, это рюкзак. Рюкзак от уже любимого мной бренда Xiaomi. Xiaomi – это китайцы, которые вкладывают бабки в стартапы и делают достаточно качественные продукты. Итак, рюкзачок. Видите вы его размер. Он очень приятный на ощупь. Вот. Здесь мы видим сразу брендовую фиговинку, дырочку от Xiaomi. Вот. Наши вот эти вот застежечки на молниях, они все забрендированы Xiaomi. Дальше. Ну, на фронтальной стороне мы сразу видим обычный карман. Очень удобно, можно положить блокнот, какие-то дела, ключи. Вот чем опять же удобно, то что здесь есть карабинчик, и мы можем долго не искать ключи от квартиры. Вот, сразу покажу боковой карман, который меня впечатлил. Это карман для бутылки. То есть здесь просто такая сеточка. Мы ее достаем, вставляем в нее пластиковую бутылку и носим с собой водичку. Согласитесь, это удобно, приятно и прикольно. Вот, далее, сейчас запакуем эту сеточку. Далее, сразу хочется показать спину. Она мягкая, удобная. И имеет вот такой вот ремень. Ремень этот, как вы знаете, создан для того, чтобы закреплять этот рюкзак на сумку. Знаете, есть такие сумки с вытяжными ручками. Вот, когда мы берем в дорогу, катим их, мы можем, соответственно, одеть на нее наш рюкзак, чтобы он нам не мешался. Вот, очень удобный крепеж. Тут, соответственно, у нас ручка. Ну, тут, как у всех, наверное, да, регулируемые, так сказать, там, стропы под спину. Переходим к отделениям. Наше первое отделение выглядит вот таким вот образом. Тут нет ничего лишнего. Оно большое, объемное, имеет два кармана и один маленький кармашек под ручку, под шариковую ручку, как вы видите. Ну, то есть блокнотики, ручка и вплоть до ноутбука. Вот. Отделение закрываем. Переходим к отделению номер два. Оно открывается у нас практически полностью, как чемодан. То есть мы можем вот таким вот образом раскрыть рюкзак. И опять же здесь есть, вот, наверное, такие страховочные, что ли, моменты, чтобы он не раскрылся до конца и из него ничего не выровнять. Итак, на этой стороне мы видим один большой карман и также огромный карман на молнии. На этой стороне у нас опять же один огромный карман. Ну и, собственно, смотрите, какой достаточно вместительный рюкзак. Плюс на самом клапане у нас есть маленький кармашек для флешки. Я считаю, что это очень круто и прикольно. Собственно, вот и весь наш рюкзак. Офигенный. Я бы с таким даже в школу ходил. Вуаля! Где покупал этот рюкзак, я напишу в описании к данному видео. Спасибо за внимание. С вами был Любомир Борода. До новых встреч!